солнышко, как вы видите, он пережил небольшой природный катаклизм. Вот, но мы приложим все усилия для того, чтобы привести все это в, скажем так, подходящий для фестиваля вид. То есть будет определенный процент тени, а также будет место для тех, кто хочет именно вот полностью open air. Я думаю, вы их знаете. Сергей Иосифович, главный организатор всего фестиваля. Привет, Николай! Привет! Привет! Это все нормально. Мы находимся на Эргенте. Отлично, все, правда, сня. Ну что, я думаю, есть еще одна пара, которую мы так и не сказали, не успели вам рассказать. Санчик, о чем мы хотели рассказать? Мы хотели рассказать, что у нас есть все-таки замечательный форум. Этот форум является огромной нашей семьей. Это действительно так. И каждый год там проводится конкурс на Мисс МХМ. Вот. И в этом году этот конкурс выиграла женщина, девушка. Одна из наших друзей, наша подруга. И мы ее позовем на сцену. Блэкдор! Ну и один из конкурсов, это, конечно же, Мисс МХМ. Итак, на этой сцене подавшие аплодисменты и крики поднимаются... Настя Блэкдора! Это замечательная девушка. Сейчас скажет пару слов. Расскажи, Настя, чтобы вы будете участвовать в конкурсе, я желаю, что вы будете. Я хочу сказать огромное спасибо нашим организаторам за то, что у нас есть этот замечательный фестиваль, за то, что у нас есть наш форум, наша большая семья. У нас есть поддержка, взаимоплющая всегда. Блин, я вас люблю, ребята. Дело в том, что у нас есть Насте очень замечательный подарок. Это, знаете, самое дорогое, что у нас есть на форуме. Самое дорогое. Thank you.